27 февраля ушли с мамой и бабушкой из дома. После этого не видели ни неба, ни солнца. Мы вот очень хотим вернуться все домой. Мы хотим жить, мы хотим жить в своем городе, в своей стране. Мы хотим жить. Как это будет продолжаться? От кого нас здесь спасают? Я не понимаю. Помогите нам, остановите агрессию Российской Федерации против моей страны. Моя страна просто погибает. Мой город разрушенный полностью. Нет ни одного места живого. Все разбомбили. Окончательно. Дети, которые здесь находятся, они все время плачут. Они хотят играть. Они хотят жить. Вы просто не представляете, что для нас сейчас значит покушать, выпить сладкого чая. Для нас это уже счастье. Хочется домой, хочется солнце увидеть. Мы уже здесь как 2 месяца сидим, и хочется увидеть солнце. Сейчас хотим домой. Будем сидеть по 7 лет. Я прошу президента Соединенных Штатов Америки, я прошу Англию, Францию, я прошу Канаду, Японию, я прошу Израиль, я прошу Турцию, я всех прошу. Помогите нам, пожалуйста, освободите нас, спасите нас от этого. Сколько можно издеваться над нашими детьми, над стариками, инвалидами? Помогите, помогите в конце-то концов остановить эту войну. Остановите, пожалуйста, я не могу больше.